Всем привет, с вами Джейсон. Вчера металкорщики из Италии под названием E-Line выпустили свой новый альбом Identity. Однако я особо-то и с ними не знаком и особо их никогда не слушал. Однако в чате вчера попросили прогнать этот альбом и заценить. И я заценил. Вчера я прошелся по альбому и могу сказать, что он офигенный. Он получает 100% свежести от Мичбол. В этом альбоме очень много экспериментов со стилем и электроникой, которые просто меня заставили воспылать. Ибо я такого очень люблю, вы знаете. В этом альбоме очень много бэнкеров, которые буквально заставляют тебя неистово испытывать удовольствие при прослушивании. И я такое тоже очень-очень люблю, вы знаете. А сегодня я решил послушать с вами трек «I don't feel anything» из альбома. Меня просили его заценить, и я его сегодня заценил, собственно. Будем сегодня делать реакцию. Поехали. Смотрим «I don't feel anything». Блин, клипы не смотрел, теперь наконец знаю, что вокалист толстенький. Ай, какой припев! Рифы просто полисы. Как хорошо здесь вписывается электроника. Вау! Да, примерно такого я ждал от Dark Divine, если честно. Да и от Альфа, если честно. Альбом-то разнообразный получается. Я этот припев могу слушать бесконечно. Он такой классный. Блин, я думал, что будет конца. Так. Итог, да? Что по треку, да? Он классный. Ну, собственно, то, что на альбоме есть, то и есть в треке особо. Вот. Ничего особо такого прям. Вау, ну нового я не вижу. Вот, я альбом, собственно, послушал и, ну, понимаю, что трек хорошо вписывается в альбом, и он там прям самое место ему. Вот. Прикольный припев, запоминающийся. Хороший бомбезный риф. Электроника тут просто сочная, вкусная, вообще просто, муа, белиссимо. Что еще сказать?
Break. Он тут хорош прям. Не, ну говорю, то, что мы хотели услышать от Dark Divine, собственно, и от прекраснейших альт, ну, наверное, не сильно дотянули. А вот у Lion это получилось хорошо. Вообще, итальянские металкорщики — это отдельная тема, они очень классно делают музыку, я ими очень сильно восхищаюсь. А электронный кор в Италии — это довольно интересно, на самом деле. Вот. Да, здесь хорошие эксперименты с электроникой, которые, ну, прекрасно писались в альбом. Вот, что еще сказать? Я еще раз пройдусь по альбому и скажу уже точно. Ну, по-моему, это альбом года, несомненно, потому что, ну, что прям все треки мне зашли, такое редко бывает, честно говоря. Вот. Ну что, всем спасибо, всем пока. Слушайте новый альбом онлайн и пишите, что вы думаете об этом альбоме. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях.